Здравствуйте! С вами Василич, не один, а с Бусенькой. Бусенька тоже изъявила желание помочь готовить. Ну, где-то так. Буду я нынче готовить незамысловатую такую простенькую ушицу. Вот, баночку взял я Иваси натуральная, тихоокеанская, вот, ее делают, если вот так вот верить, прямо на судне. Вот. Натуральная рыбная консерва. Также я уже порезал лучок, пойдет у нас приправа, также добавлю пару листиков лаврушечки, зеленушечки, вот это самое, приготовил. Картошкой уже начистил все, начал чистить, ну, такими вот фракциями, ну, можете и покрупнее. Также я буду вот пшеничной вот этой вот группы добавлять. Ну, это поставил я водицу, сейчас она на подходе, я быстренько шинкану картошечки, и пойдем мы ставить картошку, в общем, засыпать ее, все вместе. Зажаривать я ничего не буду, желание у меня приготовить по-походному, вот, когда нет времени там зажарки и все такое прочее, ну, где-то так. Все натуральное буду в кастрюльку спускать, ложить, как хотите, так и называйте, обзовитесь. Вот. Хоть у нас и готовая по соли консерва, но я добавлю также это самое, приправки. Потом задобрим, как говорится, лаврушечка. Никто не отменял ухи, а лаврушку. Так что будет замечательно. И добавлю зелени. Это укропчику. И вообще будет превосходно. Превосходно. Вот. Буся здесь изъявила, вот она выглядывает, смотрит, она молчит. А молчит потому, что я правильно говорю, рецепт верный. Если бы неверная, она бы сейчас там юзила, царапалась, да? А так она тоже рада. Рыбкин суп будет. Рыбкин суп, поговорила рыбке она. Одобрила. Что ж сделаешь? Ну вот, готова у нас картошка. Начистил. Все. Теперь я рыбу-то в последнюю очередь будем ложить. А на данный момент я возьму крупы добавлю. Ну, без крупы, кто хочет, где делает, а я добавлю крупы. Все-таки будет насыщенно, ну и вкусно уже проверено, что можно и так, с одной картошкой. Ну, с одной картошкой, это когда наловишь рыбу и тройную уху делаешь, тогда да. Но все равно сейчас народ начал добавлять крупы. В общем, где-то так. Беру я все. Ну, сейчас я самое главное взять и спустить картошечку. С нашей крупой. Да, уже вон пар идет. У нас процесс закипания. Ну, я картошку спущу. И
одновременное. Открою и горсточку. Это самое. Собака что-то лает у нас. Вот так вот я беру. Вот. Всего вот такую вот горсточку я спускаю. Достаточно будет. Она еще разобреет. Вот. Помешиваю. Ну вот, прежде чем лучок я вот постояла, покипела у нас. И картошка с крупой дала пенку. Вот я собираю вот это, удаляю пенку сверху. У нас чище бульон становится. Вот, без пенки. Я еще раз вот так промешиваю. И наш лучок крошеный я отправляю сюда вариться. Без поджарки, без ничего. А укропчик в последнюю очередь я оставляю. Укропчик в сторону. В сторону. Так вот размешаю. Вот. Какая уха будет. И что дальше делаю? Дальше беру я, открываю нашу приправу. Нашу приправу. И, как говорится, вот так вот на ложечке приправу ложу. Приправу. Потом попозже я попробую на соль, на это самое специи. Можем добавить. И в сторону я лавровый лист. И дальше вот у нас рыба и васей. Вот, беру я ее, отправляю, чтобы кусочки у нас провалились. Вот. Оттенок рыбы. Рыба дала. Вот. Даже с икрой. Нормалек. Вот видите, цельные, не разваленные кусочки. Они поварятся. Вкус отдадут. И будет уха вообще. Уха не из петуха, а с иваси. Вот. Видите, как хорошо у нас. Даже мы сейчас ждем готовность картошки, и будет у нас нормалек. Ну вот, помешал я, картошка дошла, считаю, как и говорил, какая уха без лаврушки. Вот пару листиков я туда, и сверху зеленушечку, то есть укропчик. Вот, выключаю. И сейчас угасать будет маленько, пару минут постоит, свои вкусовые качества наш укропчик отдаст, и готово. Смотрите, как получилось. Вот. Видите, полноценная уха. Вот. Вот почему я говорил, крупы-то, видите, с крупой-то. Оно сытнее, жирнее будет. Вот так. Проговорили мы о рыбе. У нас Буся где-то спрыгнула, придет. Ну, на этом я заканчиваю наше приготовление ухи. Будем дальше готовить. Не убегайте. Ну, все на этом.
Пока-пока.